Цены на нефть продолжают падать. И по мнению некоторых аналитиков, стоимость черного золота обрушится вплоть до $5 за баррель. В этой связи у автомобилистов возникает логичный вопрос: а что же будет с топливом? Стоит ли ждать того, что в обозримом будущем бензин и дизель подешевеют или, может быть, напротив, подорожают? Давайте разберемся в этом вопросе. В каждой стране своя топливная политика. В Венесуэле и Иране цены на нефть регулируются государством и стоят несколько центов за литр. США славятся приятным налогом, формирующим розничную стоимость горючки. В Европе схожая схема. Но цены сильнее зависят от налогов, чем от нефтяных котировок. В России акцизы и налоги существенно ниже, чем в Европе. Но есть другие, нерыночные факторы. На самом деле цены на автомобильное топливо в России не зависят совсем от внешних цен и не зависят от курса рубля. На данный момент они скорее больше зависят от темпа инфляции и устанавливаются в рамках договоренностей, устных договоренностей между правительством и компаниями. То есть компании стараются держать цены в рамках заранее установленных уровней. Нефть с начала года подешевела в два раза. В США горючая обесценилась, цены опустились и в Европе в среднем на 7%. В России же, по данным Росстата, бензин по итогам февраля подорожал на 0,1%. Дизель же, напротив, стал доступнее. Что касается будущего, там, может быть, каких-то среднесрочных перспектив, предсказать, конечно, сложно ситуацию, поскольку мы имеем дело еще не только с факторами фундаментальными, на которые влияют на стоимость, соответственно, на цену, на топливо. Это баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Но мы имеем дело еще с так называемой эпидемией коронавируса, которая опасна тем для рынка, что пока никто не может предсказать, насколько долго эта эпидемия продлится. Главный фактор ценообразования – это так называемый демпфер, механизм, который сглаживает рыночные колебания и гарантирует субсидию нефтяным компаниям. К его принятию подтолкнул кризис на внутреннем рынке конца 2017 года. Тогда поставщики недополучали прибыль от реализации горючки в России. Разница между внешними и внутренними ценами составляла порядка 10 тысяч рублей за тонну. Чтобы компенсировать свои убытки, компании начали поднимать розничные цены. В середине 2018-го буквально за месяц они подскочили на 10%. Вмешалось правительство. Сначала цены были заморожены по договоренности с поставщиками, а в январе 2019-го заработал демпфер. Его механизм заключается в том, что компаниям, по сути, выплачивают ту разницу между внешними ценами и внутренними ценами. То есть, и, по сути, компании ничего не теряют при поставках топлива на внутренний рынок. Другой стороной этого механизма является то, что компании обязаны выплачивать ту же самую разницу, когда внешние цены падают ниже внутренних, как вот это происходит, допустим, сейчас. Именно поэтому в ближайшей перспективе и в середине года, ближайшего, по крайней мере, текущего года, мы не ожидаем какого-то серьезного ни увеличения, ни снижения цен. В прошлом году государство платило топливным компаниям, а в этом году демпфер заработал наоборот. Нефтяники платят в бюджет. И если поставщики снизят цены на заправках, то лишь увеличат свои убытки. Сегодня бензин в России выгодно не производить, а импортировать. Последний раз такое бывало в 90-е годы. Поэтому независимый топливный союз, объединяющий продавцов горючего, забил тревогу, требуя механизм приостановить и помочь бизнесу дополнительно, отложить уплату страховых взносов и ввести каникулы по налогу на прибыль. Однако правительство едва ли отреагирует быстро. На носу новые переговоры между Россией и ОПЕК, которые могут переломить ситуацию на мировом рынке. А общий спрос на горючее упал из-за коронавируса. Топливо падает по потреблению, падают, соответственно, продажи у компании. Это ведет тоже как по цепочке к экономическому кризису, то есть к кризису ликвидности, может быть, компаний, да, тех или иных, тем более независимых. Прогнозировать стоимость бензина на ближайшие месяцы эксперты не берутся, однако сходятся во мнении, что ждать удешевления топлива не стоит. Даже если все останется как есть, цены продолжат свой рост в пределах инфляции. И какого-то снижения или, наоборот, существенного увеличения мы просто не увидим. Впрочем, из-за ослабления рубля инфляция может достичь 6% вместо прогнозируемых 4%. За инфляцией последует и топливо, но без резких скачков.